прекрасных, великих артистов. И открывает нашу программу государственный ансамбль казачьей песни «Криница». Встречайте! Yeah.
Дорогие друзья, я хочу рассказать вам о следующих участниках нашего фестиваля. Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Ансамбль «Владимирские рожечники». Аплодисменты, дорогие друзья. Владимирский рожок – это инструмент пастуший. Использовался владимирскими пастухами для своей работы пасьбы скотины. Инструмент очень сложен в освоении. Ну что, встречайте ансамбль «Владимирские рожечники»!